Сейчас перед вами стоит непростая и очень важная задача – открыть новую страницу в истории нашего молодого государства. Предстоит восстанавливать экономику, промышленность, сельское хозяйство нашего края. Требует кардинальной перестройки наука, образование, медицина, культура. То есть нужно фактически построить государство заново. Поскольку все это планомерно разрушалось на протяжении 23 лет нашего пребывания в составе Украины. Последним, заключительным этапом этого деструктивного процесса стала война, объявленная народу Донбасса киевской хунтой. Но даже под огнем градов и артиллерийских орудий мы сумели сохранить то, на чем держится наша мощь нашей республики. Многие промышленные предприятия, железные дороги, автомагистрали, объекты коммунальной инфраструктуры. И в этом есть ваша заслуга. Пусть те личные качества, которые помогали вам все это время преодолевать трудности, сопровождают вас на вашем дальнейшем пути. Нам вместе поднимать Донецкую Народную Республику. В этот торжественный день от себя лично, как депутата Государственной Думы, от нашего депутатского корпуса, который был здесь на выборах, смотрел своими глазами, что происходит, какие выборы демократичные и честные прошли здесь, которые могут позавидовать многие, кстати говоря, и западные страны. Я от всего нашего многонационального народа хотел бы поприветствовать становление Донбасса, становление нового государства. Мы это видим своими глазами. Да, там за океаном где-то решают, как жить вам, как жить нам. Скажите, это же смешно. Вот то, что происходит здесь, пускай приедут и посмотрят своими глазами, посмотрят на народ, который голосует сердцем, который выбирает своих руководителей,
которые не являются олигархами, не коррумпированными чиновниками, они вчера были просто рядовыми гражданами. А потом они с оружием в руках защищали свои дома, своих близких и родных. Потому что кто-то решил, что их надо оккультурить, и нужно навязать то, ценности, какие присутствуют на Западе. Кто их спрашивает, какие ценности они должны здесь навязать? Пускай они живут с ними сами там. А здесь будет то, что выбирает народ. И те люди будут руководить им, которым доверил народ. Вот Александру Владимировичу доверили государство, которое совсем молодое, которому нужно многое сделать. Это ответственность огромная, сильная. Но я уверен, что он справится. Потому что за ним стоите вы. И за ним стоит русский мир. А русские свои не бросают. Правильно? Событие, которое произошло в Донецкой Народной Республике, выбор, который сделал народ республики, говорит о том, что у республики, у Донецкой Народной Республики есть будущее. И самое главное, у Донецкой Народной Республики будет мир, будет процветание, будет созидание, с чем я вас и поздравляю. Президента Республики Южная Осетия Леонида Харитоновича Тибилова. Я сердечно поздравляю вас, Александр Владимирович, с избранием главой Донецкой Народной Республики. Желаю вам успехов и процветания. Спасибо. Дорогие мои земляки, мои братья и сестры, матери и отцы, деды и прадеды, все, кто в это непростое время стоял плечом к плечу, защищал наш родной край, сохранял заводы и шахты. Спасибо вам за ваш подвиг, за ваш самоотверженный труд, за те горести и лишения, которые вы переносите, за ту веру в наш край, в нашу землю, за ту веру, которую вы поверили в меня, за то доверие, которое вы мне оказали. Обещаю, не нарушу вашего доверия, честью пронесу знамя Донецкой Народной Республики. Мы будем вместе с вами отстраивать наши дома, наши заводы и шахты. Мы вернемся в те же вещи, которые были разрушены. Мы будем вместе воспитывать, учить наших детей. На наших улицах не будет ни взрыва, ни бомб, ни снаряд. И это все вместе будем делать мы. Еще раз, большое вам спасибо за ту честь, которую вы мне оказали. Русский наш Донбасс свою судьбу и жизнь, и будущее доверяет. И в этот день торжественный и важный, примите заверение от детей, мы вместе с вами восстановим школы и наш любимый краеведческий музей. Пусть будет свет, тепло, достойная зарплата, пусть возродится наш родной аэропорт. И на Донбасс-арене соберет фанатов наш клуб любимый с гордым именем «Шахтер». Держать горя солнце, я пройду.
Старше караула. Thank you.